Традиционные новогодние и зимние забавы прошли в Елабуге на площадке спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» с участием Набережно-Челнинского и Елабужского институтов Казанского университета. Смотрим. Холодный зимний день – не преграда для студентов-активистов. Горячий чай, блины и новогоднее настроение для тех, кто не испугался мороза и пришел, чтобы подвести итоги года. Поздравил всех с наступающими праздниками ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Мы вместе с вами порадуемся завершению года, который был непростым, но мы все выдержали. Более того, Елабуги за этот период сдали ряд объектов. Самый крупный, вот благодаря поддержке главы администрации мы запустили школу, да, пятая школа была, теперь это университетская школа, а второй объект это дом научной коллаборации. Но если говорить о набережных Челнах, то у нас заканчивается проект строительства нового общежития. С Новым годом вас, уважаемые коллеги, удачи вам и успехов! На празднике памятными подарками наградили лучших студентов институтов. Поздравил их и глава Елабужского района Рустем Нуреев, который также выразил благодарность Ильшату Гафурову за плодотворное сотрудничество. Его след, конечно, великолепный в Елабуге. Многие вещи, которые вот фундаментально в его период были сделаны системно, сегодня мы этим пользуемся. И впереди нас ждет очень много интересной работы. Надеюсь, что многие из вас останутся в нашем прекрасном, старинном и красивом городе. Спасибо. Также на мероприятии студентов ожидали спортивные и творческие игры. А завершением праздника стала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Диана Жиленкова, Айдар Нурмиев, Универньюз.